шум экскаваторов, раскатка земли и гравия. В парке Победы началось строительство второго кольца велодорожки. В этом году, в отличие от прошлого года, когда строилась в первую очередь дороги, аукцион у нас состоялся правильно, все было сделано. И то есть подрядчик был, кто выиграл конкурс, он был определен уже рано в этом году, в начале лета. Из-за этого строительство второй очереди велодорожки началось вовремя. Почему я спланировал два кольца, чтобы, допустим, в выходные дни, когда сильно много народу здесь, допустим, велосипедисты будут кататься по внутреннему кольцу, а жители города будут по внешнему. Строительство началось всего неделю назад и идет стремительными темпами. Заросшие просеки превращаются в ровные дороги. На следующем этапе трассу засыпят дрессой и мелким щебнем, утрамбуют катками и затем заасфальтируют. Рельеф и планировка маршрута этой велодорожки, она выбиралась с учетом с таким, чтобы на пути не попадались деревья. У подрядчика современная техника, практически каждый день здесь бываю. Вот они на самом деле советуются. Вот видите, контруклон какой, да? Вот прямо показываю, что вот здесь более крутой поворот, значит, и покруче контруклон. То есть тут велосипедист может проезжать на более высокой скорости безопасно. На велодорожке с каждым днем появляется все больше людей. Многие из них приходят с колясками или выгуливают собак, не понимая, что находиться вблизи строительства небезопасно. В первую очередь прошу быть очень внимательными и аккуратными. Если вы уж приехали сейчас на велодорожку, то знаете, что на велодорожке работает строительная техника. Буквально, я думаю, в течение месяца она будет, вторая очередь, построена. Будут вывешены правила пользования велосипедной дорожкой. Будет расписание спортивных секций. Будет так спланировано, что любой житель может сюда приехать покататься. Подрядчик должен закончить строительство второго кольца велодорожки ко дню города. Готовность объекта оценит экспертная комиссия.